Итак, представляем полную русификацию магнитолы штатной от Приуса в 30-м кузове Рестайл. Перевели полностью меню на русский язык. Вот, установили карты 19-го года последние. Так, что у нас тут? Диск, DVD, MP3 CD. HDD и TV у нас здесь не работает. USB AUX работает. Здесь у нас карты. Так, тут у нас информация. Расход энергии. Так, далее настройки. Ну, все, естественно, на русском языке. Вот, голосовые, навигация, автомобильные настройки, замены масел, фильтров, то есть все вот эти вещи. Так, телефон, Bluetooth, аудио, информация, движение, парковка. Ну, в общем, все на русском языке.